Всем привет, я с вами Агамби, со мной сегодня Сергей, поздоровайся. Всем здрасте. Мы будем играть в игру FNAF симулятор. Я младший мюзик. New music. Мне Сергей посоветовал игру, ничего не спойлерил. Но сказал, что мы будем играть за аниматроников. Ну что ж, давайте и погнали. Ты будешь играть за Мишку Фреда. Ну не только, наверное. Нет, ты будешь играть именно за него. А еще за кого? Ну, по-моему, только за него, и ты должен больше убить охранников. Давай попробуем на эпиграфике, Попробуй. Это 30 FPS у меня уже в меню. А в игре будет сколько? Ванила. О! И ванила? Нет, не только за свои чё-то приходишь. Ну-ка, давай, кто там еще? Там Чика, Фекси, Ой, Фокси, Фредди, Ну, короче, там все были. Да. Блин. Пока мы сейчас с тобой общались, я уже сейчас, походу, все выпью. Всю газировку. Сергей, чекай. Чё? Ты Мишка Фреда. Я трясусь. Это я. Чё? А чё происходит? Это я трясу. Я же... Да трёс. Всё, конец игры. Вот это да. Вот это игра крутая. Вот чекай. А, вот кстати. Тут все части. Да, кстати. Security Breach. Ну да. Вот даже он есть. Все, пока. Ну все части. Поэтому бери Мишку Фреда и беги за охранником. О! Да в тебя монету в жопу засунули. Вот. Ты сейчас идешь? Да. Ну вот, иди к охраннику. Тихо, камера, остановись, я там было сказано. Стой. Камера. Вот тебе надо идти, когда камера выключена. Камера активна. Тихо. Всё. Я ходить не умею, что это? Мне надо графику поменять. И сенсу мыши. И жизнь, и аниматроника. Глянь, вот все доступные. Гера, давай за кошмара. Давай за кошмара. Мне надо фаст-коины заработать. А, да. Я понял, ты должен будешь пройти, и тогда что будет.
Все, так, мышка, давай. Мышка, 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 мышка. Я выбираю жить в ГАИ. Я выбираю жить в ГАИ. Я вижу, как он чекает, я понял. Как? Вот видишь, там же карта есть. А, да. А камеры нет. Опа, она тебя засекла. Камера актив. Он чекает. Всё. Нет, опять. Босс не там. А что значит этот мод? Бэлик, пошли ты. Я хочу. О, я АФК не могу. Могу сказать, тупо я и правительство. Да он надоел, как он чекает? Изи! Че, let's go за Бонника? Go. За Фокси я на Изи. За Фокси там это вообще там легко. Не очень легко. Но на этом самое сложное будет. Понял. На щеке? На щеке. На Фоксане. А камера активна была. Такие будут, но без микро. Угу. Ты будешь на темке, да? Ты будешь хотя бы на темке, алло? Тоже обосрался. А что это было-то? Ты нажал на рог. Ты тоже обосрался, Сергей? Он музыку делает, да, он музыку делает, куда отвлекает его. Камера не активна. Камера активна. Я же вижу. Я тоже так вижу. Красный лазер. Да тихо, не нажимай на рог. Здравствуйте. Кто? Да, он чё, он чекает меня? Как он меня увидел? Он же слепая макака, босс. Он меня позвал. А? Да, так. Отвернись, Даун. Да не было меня видно. Меня видно.
Да я уж... Как зайти? Почему там невидимая стена? Не знаю. За Фредди все было лучше. Согласен. Почему я бегать не умею? А, у меня спиной... Ты видишь, он меня спиной увидел? Он меня спиной увидел. Чё, Фокси? Я не понимаю! Тихо! Я тоже. Я Фоксям, помоги, а. Я не понимаю. А? Я тебе дал задание. Я тебе дал задание, давай. Какое задание? Ты должен был строить. Всем девчонкам нужен тот. Оба можете. Не могу, он на меня пялит. Ура! Баку-баку. Отлично, еще у нас Чика, да? За Чику тяжело. Очень. А? Очень. Кала-ала. Ла-ла-ла. Так я буду тут, на твоей демке, без икра. Так. Он меня видит откуда? Откуда он меня мог видеть? Оттуда ва, оттуда ва. Ха-ха, лох ты. Бомбай.
Герман, откуда инфа? Какая? Охранника. Откуда инфа, интересно? Опа, откуда инфа? Откуда инфа? Читай меня. Откуда информейшн? Вот, он тебя спалил, тебе там даже показывают. Алью. Откуда информация? Откуда информейшн? А? Откуда информейшн? Я только заспавнился, и я уже спалился, что? Бетельцы в колокола грохочет Германа гармошка. Нет, колокола. Мчится тихий огонек ее души. Изи! Это изи, Сергей. Я давай другую часть. В смысле, а как же Фокси? А, там Фокси, давай Фокси. Вот чек. Одарил Фокси, ну-ка, ну-ка. Оп. Оп. Ага, камера активейт. Ага, он тут чекает. З. Не видишь меня, не видишь меня, лоха. А, З, заскринил, лоха. Прапс на тебя. Лох. Убил? Красава. А он, значит... Это, кстати, был самый, это... Самый легкий уровень. Да. За Фоксян. Поэтому давай сейчас второй снап. А второй снап будет в следующей части. Всем удачи, всем. Всем пока.